А как мне... Стоп. Я не могу ее надеть, если я в наушниках. Подождите. А, все, короче, забейте. Я не могу. Не, это невозможно. Я не могу делать рафан здорово, когда я в наушниках. Хорошо, вот так. Ну нет, это тупо. Нет, это еще не здесь. Не получается. Ну что еще? Эй, ты решил увидеть тебя в свою маленькую жопку, как вчера, ММ? А? А? Начинается, блин, придурки. А? 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 Че, спам именно? А? А? Ну что еще? Папич, почему ты скрываешь свои глубокие темные фантазии? Давай повторим, как в тот раз. А? 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 Опа! А? 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 Чел, как там говорится, чел ты долбоёб или как там правильно? Вот так? Просто чел ты долбоёб? Там патроны где-то были. Где он? Как это оно не убивает? Подождите, я не понимаю. Что? Сколько раз выстрелил? Не понял. Я столько раз выстрелил, оно не убило? Я вообще не понимаю уже ничего. Я столько раз выстрелил... Я не понимаю этого. Я столько раз в него выстрелил. Я по одной пуле стрелял, чтобы оно попадало. Как это оно не убивает? Я столько раз выстрелил. Я настолько много раз стрельнул. Как? Я же столько раз выстрелил до этого. Пиздец. Геймплей. Не, ну ебануться геймплей. Это хорошо не закончится. Голова чешется, я хочу почесаться. Тихий шаг. Вот чего реально не хватает в PUBG, так это тихого шага. Вот почему в PUBG нету тихого шага? Что можно вот так было делать? В PUBG так не сделаешь. В PUBG всегда слышно челиков. И меня это супер бесит. Ну, то, что нельзя подкрасться, закемперить как-то. Ну, то есть активно кемперить. Активно кемперить — это красться. А в PUBG так нельзя. В PUBG можно только на месте сидеть. Иначе ты не покемперишь. Я знал, что так будет. One enemy remaining. Что за байты? Вот это байты. Еле-еле, чуть не зарковал. Повезло.
Так-то. Ха-ха! Ну почему он попадает так? Бля. Все, последняя игра. На жадничах игру проиграл. Я снова живу. Оку. Сколько уже месяцев у тебя? 35, почти 3 года, лол. Семь патронов Глок. Это интересно, вообще возможно убить хоть кого-то с 7 патронов Глока? Это как? Думал, он меня зарежет. Честно. Я думал, он меня зарежет. Потому что у меня было 7 патронов, я начал паниковать. А это бью выкрашу. Я не добил того, вернее, он не добил того. Где он его видел? Куда он стрелял? Ага. Как? Ну, просто как? Патронов нет, ну как? О-оу. Он здесь. Или что это был за звук? Где? А вот. Сейчас меня опять убьют. Я не вижу. С чего? С Глока? Как это вообще возможно? Как он так попадает? И почему... А нет, с P250 хотя бы. Хорошо, хоть не с Глока. Мне уже страшно. Почему у него так много патронов? Это он... Это я его слышал? Или что? Я думал, я слышал где-то в другом месте чела. Надо было дверь закрыть железную и прятаться за прутьями железными. Я неправильно сделал, надо было закрыть дверь и прятаться там. И что бы он делал? Ему бы пришлось попадать через железные прутья. Это сложнее. А, то есть это называется пиздобол, то есть это... Ясно, я понял. Ничего, что это моя жизнь. Это только от меня, ну... Только на меня влияет. Оно не нашло игру? Класс. Вот тут много народу. Я не знаю. Чел. Мне конец. У него был автомат. Я один раз попал? Я один раз попал? Если не хочешь смотреть, не смотри. Ну, блин, что я могу сказать?
Почему у него 120 хп? Один вопрос только. Все, точно последнее. Точно. Точно. Прям очень точно. Очень точная информация. Очень точная информация. Сзади чел подожмет меня, maybe. Рейли. Рейли, хорошо играю, сильно. Я себе сейчас умер. АВП. Без патронов, понял. Почему? Зачем оно без патронов? Ладно. Все, пока. 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 Все, пока. Спасибо за сабжи. Великие деньги. Особенно спасибо тому челу, который 11 кинул. И этому тоже спасибо за уважаемую подписку. Все. Так-то, блин. Еще и наебашу в казино, и наебашу в артефакт. Рафлан доволен. Все, всем пока. Может быть, на следующий стрим постримлю доту. Но не PUBG, но не PUBG. PUBG это вообще невозможно стримить. Я не знаю, полтора года не фиксит снайпинг, не фиксит читы, ничего не фиксит. Это ж неиграбельная игра. Надо, чтобы или то убрали. Или снайпинг, или читы, одно из двух. Хотя бы одно из двух. Тогда можно будет стримить. Я готов стримить PUBG каждый день по КД. Но нужно убрать или читы, или снайпинг. Одно из двух. Одно из двух. Все, короче, пока. Всем пока, лицо рука. Бла-бла-бла. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.